Вот уже больше полувека он знакомит читателя с Карачаево-Черкесией, с народами, населяющими ее, с их обычаями и традициями, культурой, с историей становления и развития, с трудовыми буднями жителей, с людьми, которые прославляют ее. Свой 80-летний юбилей отмечает наш коллега, фотожурналист Назир Идрисов. О творческом пути человека, патриота, расскажет Алла Качиева. Как горные озера его глаза, чисты, как детская слеза. В них отражается Эльбруса красота, ему подвластна любая высота. Эти слова известный актер Маталио Абдоков посвятил Назиру Идрисову, с которым дружит около 30 лет. Их объединяет неординарный творческий взгляд ко всему. Используя фотографии в качестве основного средства выражения, вот уже более 50 лет фотожурналист Назир Идрисов описывает культурную, общественно-политическую жизнь республики, обычаи и традиции народов, выдающихся людей, живописную природу и многое другое. А выбор творческого пути был случайен. Учился в Карачаевске, закончил филологический факультет института КЧГПИ. И в конце оказалось, что у меня диплом свободный есть, а места нету в Хабенском районе. Не знаю, что делать. И вот потом друг пришел, который в редакции работает, контейнера, трубы пришел, говорит, приходи к нам в редакцию черкесскую. Я говорю, я когда ничего не писал, я не знаю, как это делается. Учим тебя. Говорит. Мы пришли, взяли, младшим сотрудником поработал немножко, и втянулся в это дело. И лет 10 я работал корреспондентом сельхозотдела. Фотографии Назир Идрисов увлекался с детства. И когда освободилось место фотокорреспондента в газете, он, не задумываясь, переквалифицировался. И с тех пор его интересные фотоистории не сходят с лица газет «Черкесхэку» и «Ногайдавысы». Назиром Идрисовым запечатлены разные места, люди, их трудовые будни, праздники и моменты. Фоторепортажи тем и ценны, что снятые кадры важны не менее, чем текст, а иногда раскрывают тему вообще без комментариев. Как говорится, лучше один раз увидеть. Самые запоминающие фотографии – детские фотографии. Очень трудно их снимать. Люди, которые разбираются в этом деле, понимают. Но самые интересные, самые запоминающие – это детские фотографии, детские улыбки. И природа, горы красивые, очень красивые. Горы сняты прекрасно. Ну, а людей снимать, смотря по настроению. Если у человека нет настроения, фотографии не получается совсем. Настроение и настрой у него практически всегда, потому как занимается любимым делом. Своей бодростью и оптимизмом 80-летний Назир Идрисов заражает окружающих. Заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии недавно выпустил книгу сатиристических миниатюр. Готовится к публикации еще одна. Горжусь я Назиром, как верным другом. Когда он рядом, ничего не боюсь и над невзгодами всегда смеюсь. Он сердце отдаст любому, чтоб чуть лучше стало другому. Не пожалеет он свою душу. Я слышу, как бьется, как сердце его бьется, я слышу. За многолетнюю творческую деятельность Минсоюза журналистов СССР Назир Идрисов отмечен многими государственными наградами. Но самое главное для него остаются люди, его учителя, выдающиеся личности того времени и прекрасная земля родной Карачаево-Черкесии, где он родился, вырос, трудился и сейчас воспитывает четверых внуков. Алла Качиева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.